На днях в Иерусалиме состоялась Генеральная ассамблея Евроазиатского еврейского конгресса. Она объединила еврейские общины почти трех десятков стран – от Черногории до Новой Зеландии. Вопросы, которые перед нами стоят, это перевыборы основных руководящих органов съезда. Это и Генеральный совет, это и Президиум. Делегаты ассамблеи избрали нового президента Конгресса. Им стал крупный европейский предприниматель и филантроп Юлиус Майнл Пятый. В своем обращении он заявил, что намерен, цитирую, «энергично служить делу дальнейшей реинтеграции еврейских общин Евразии в мировое еврейское сообщество». Мне самое главное, чего я бы хотел видеть, то, что мы тут собрались евреи с разных стран, разных континентов. Это очень серьезно. Одним из важных событий стало весомое пополнение Генеральной Ассамблеи. В ее состав вошел благотворительный фонд СТМЭКИ. Глава фонда Герман Захарьяев назначен вице-президентом Генеральной Ассамблеи Евроазиатского еврейского конгресса. Очень ценим работу и щедрость Германа Рашбиловича, который действительно своей благотворительной деятельностью помогает нашей стране и нашему народу подняться на новые высоты. Стоит отметить, что фонд СТМЭКИ представляет горских евреев, рассеянных по всему миру. И тот факт, что он вошел в состав ассамблеи, вселяет участникам только положительные прогнозы.